Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас мы рассмотрим Татьяну Шевцову, подружку Шойгу и Тимура Иванова. Ну, там это вся их компания. Она одна из них. Вот пропала женщина. Все ее ищут. Сейчас посмотрим. Где же ты, Таня? Вот она, Татьяна Шевцова. Теперь. Сейчас спросим старшие арканы и младшие арканы все вместе. То есть колоду 70-80 карт. Так, раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Татьяна Шевцова. Это ее образ. Ну, знаете, вот раз много мнений, да, многие думают, что она уехала там куда-то. Может, она на Лубянке, да, например. Ну, сейчас вот такой момент зададим картам. Смотрите, если она уехала, вот карты спросим. Татьяна Шевцова, ты уехала? Или же ты отвечаешь на вопросы на Лубянке? Ну, там допрашивают ее, куда дело деньги, или еще не деньги дело. Ну, вот в таком духе. И раз, и два. Вот, сейчас посмотрим. Татьяна Шевцова. Вы, Татьяна, не дитя, старушка молвила кряхтя. Как же так можно так жить на широкую ногу, что уже края потеряли люди, да? Так, а это она уехала. Уехала ты, Танюха? Танюха, расскажи, ты уехала? Или же Татьяна все-таки уже приехала, например, да? И куда приехала? Пункт доставка. А если пункт доставка, ну так случайно, так я сказала, значит, вот ее окончательный пункт. Пункт доставка. Ну и цыган позовем. Цыгане очень много знают, они правдивые ребята. Цыгане, выходите, цыгане, расскажите про Татьяну Шевцову, подружку Тимура Иванова, Сергея Шойгу и их товарищей. Вот, это Танин образ. Это она уехала, может, были помыслы какие. И вот она сама уже приехала. Куда приехала, зачем? Так, Татьяна. Вот она. Татьяна отшельник. Вообще, получается, где-то она замерла, да? Где-то, может, и скрывается, или же уже отвечает на вопросы. Пункт доставка. Так. 21-й аркан. Предателя. Карта предателя. При дальней дороге. Где уже хитрости нет, где уже нужно уже быть правдивым. Это правда. Видите, ложь, лживость, да? А тут правда, да? Правда, что она в одиночке, да? Где-то там, получается, при своем предательстве скрывается. 21-й аркан, смотрите, это кипучая обстановка. Это море, море. Море и лед. Она, ну как это... Он сейчас, ну, как бы творчески так подойти, если к этим картам. Да, она уже не царапается, она уже предательница. И айсберг в океане, да, и ты такой холодный, как айсберг в океане, да, вот песня Аллы Пугачевой, она в одиночестве. И льды бьются, волны бьются об скалы. В общем, ее где-то там даже бьют. Если уже вот такой вот момент вышел, да, песня подходит к этому образу. И она такая холодная, как айсберг в океане. Не хочет колоться, может, знаете как. Теперь, она хотела уехать или уже уехала. Так, чтобы по закону перейти какую-то границу, например. С кем-то, видите, дворянин, да, с каким-то человеком. Видимо, у нее был напарник. С ангелом-хранителем у них не срослось. Я хочу сказать, была попытка, видимо,
какого-то соглашения при дороге, да, но кто-то ее подвел, и равновесие было разрушено, и этот человек отказался с ней идти рядом, то есть отказ был, отказ. Они повздорили, и получается, Татьяна старалась с ним наладить контакт, и в этом плане у них не произошло, у них произошло недопонимание. Отказ от, его отказ покровительствовать этой женщине. Если вот эта карта здесь была, да, она бы уехала. Так получается, все по справедливости. Нет, голубушка, я не буду тебе покровительствовать, сказал он. Ну, вот так скажем. Так, теперь. Может, она где-то? Таня, расскажи, где ты? Паш Жезлов, 13-й аркан и одиночество. Так, и где же она, получается? Тут получается, знаете как, ну, свобода, да, свобода для нее закончилась. Произошла какая-то трансформация, и она оказалась при своей тоске, при ее предательстве. Или же ее предали, или же она других предала. И Татьяна не видно. Это получается 9-й аркан, 21-й аркан и 13-й аркан. Одинокая женщина в одиночестве. Не хочет ни с кем разговаривать, или же ее не видно, чтобы она что-то могла сказать. И при своем одиночестве ее свобода умерла. Эта свобода для нее умерла. Ну, энтузиазм ее, ее задор закончился. Она в размышлении. Теперь, а почему так вышло у нее? Где она? Тут получается папесса. Это тайна, покрытая мраком, да, где деньги, какие-то деньги, это материальный успех. Эти деньги у какого-то солдата. Ну, тут знаете как, вот видите, тут получается женщина и солдат. А это все называется какое-то богатство. И где она не может молвить слово при данном богатстве, и интересующая особа, то есть Татьяна Шевцова, под охраной какого-то человека. Где она, да? Но тут еще можно сказать, земля и земля, богатый урожай. Через богатый урожай, где военный какой-то охраняет ее богатство, тоже можно так сказать. Теперь смотрите, фактически она скрывается, да, и под охраной это богатство не должно трогать никто, даже Татьяна не может его коснуться. Я так поняла. А то, что она не при дороге, она никуда не уехала, она оказалась на месте. На месте. Теперь давайте дальше рассмотрим этот образ. Так, Татьяна. Тут карта упала. Смотрите. Сколько карт? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Значит так, смотрите. Берем мы с нижней, раз она первая открылась. Это 17-й аркан. Звезда. Смотрите. Лед, вода, вода и воздух. Эта женщина не испарилась. Ну, можно так сказать, потому что ее энергия
сжалась вода и лед, ой, лед и вода, где она, можно сказать, в одиночке, и она при своем внутреннем утопии, это утопия, ну, сама себе утопила или утопилась, или набрала в рот воды, потому что отшельник – это немногословная фигура. Набрав вот в рот воды, ну, будем так говорить, потому что тут как водяной, да, если еще так можно сказать. Так, держась на полном серьезе, набрав в рот воды, это особо. Тут, знаете, еще через любовь. Она не может шевелиться. Она не шевелится, я еще так могу сказать. Потому что принятое решение по ее вопросу держать ее, можно сказать, как бы в замкнутом пространстве, можно сказать. И она без движения. И у нее есть надежда, время, да, что сердце ее выдержит ли это испытание. Для нее это испытание. И это испытание для Татьяны Шевцовой есть то, что ее планы рухнули. Она много планировала. Наверное, она рассказала свои планы Всевышнему, и он решил воспользоваться моментом и наказать ее через справедливость. Она в аресте, ее арестовали. Это арест. Все-таки ее арестовали. Вот паутина, да. Эту женщину арестовали. Она, видимо, все-таки должна говорить какие-то слова, если тут немногословность. Но через какие-то лекарства она должна рассказывать какие-то, сказать какие-то предложения. Это вот, знаете, как в советских фильмах были какие-то уколы, и эти уколы касались человека, чтобы у него выпытать информацию. Получается, ей допускаются какие-то допинги, где она должна разговориться. Значит, правильно я вот так сказала. И видите, тут карты вот так вот раскрыли эту женщину. А то, что она, ей вливают какие-то, ну, будем говорить, химическую формулу, да, и эту женщину как предательницу пытают, ну, можно так сказать. И в этом есть тайна. Тайна, что ее пытают. Но она никуда не уехала. Но богатство ее под охраной. Это богатство никто не должен трогать. Вот. И ее нету, но она и есть. В общем, вот так я карты прочитала. Значит, карты рассказали именно так. Так, что еще? Вот эту колоду сейчас возьмем. Вот карты, которые выпали, видите, они и последовательно вот так вот раскрыли образ этой барышни. Так, раз, два, три, четыре. Ну, давайте спросим у нее, у карт Таро, богатство, которое она наколедовала, ну, как бы, будет ли оно конфискатом возвращено в казну страны. Деньги были в казне, есть казна, и вот они в казне, возвращены эти богатства, земля и богатство. Тут получается попросить, да, нужно что-то выпросить, ну, чтобы расспросить, спросить, мы говорили, что это через какие-то лекарства, получается, она должна рассказать,
Где находится богатство? Тут видите, дайте, пожалуйста, да. Таня, скажи, где богатство? Ее спросили. Таня что сказала? Ну, есть немножко, скажу, это новости. Где? Будут ли они в казне, то есть в стране? Они уйдут. Они уйдут кому-то куда-то. Ну, какой-то казно, видите, тот человек, ростовщик. Значит, деньги будут возвращены. То, что было наколедовано этой женщиной. Вот, четверка динарий. Это ростовщик. Значит, бухгалтерию. Ну, такое дело. В общем, получается, деньги возвратятся в казну. Это хорошо. Так, будет ли Татьяна Шевцова сидеть в тюрьме, как Тимур Иванов, например? Плачет ли по ней тюрьма? Например, сейчас спросим. Это мать тюрьма. Ждет ли она Татьяну Шевцову? Мать тюрьма. Это мать тюрьма. Ну, можно сказать, закон. И вот она в тюрьме, например. Сейчас спросим карты Таро. Отшельник, мать тюрьма. Ну вот, одинокая мать тюрьма, будем так говорить. Ждет, не дождется богатых людей. Ну вот видите, тут говорит много богатых людей. Отшельников много. Нужно всех собрать до кучи. Это мать тюрьма или закон. Закон ждет, и он твердый. Он твердый и ждет всех своих. И вот Татьяна Шевцова, будет ли она сидеть? Коллективная программа по поводу Татьяны Шевцовой объединяется. Смотрите, тут коллектив, тут семья. И вот один плюс один, можно сказать. Один и один. Будет два. Все до кучи. Получается, закон работает. И если мать тюрьма или отец тюрьма, да, ну, можно так сказать, потому что отшельник. А если она, то ее ждет одиночество. Вот видите, вот эти карты. Тем более, видите, уже тут тоже отшельник вышел. Значит, она будет сидеть. Вот так вот. И многих с собой должна она собрать. Коллективная программа. Ну, в общем, так вот. Тут еще, видите, статья может быть как предательство. Так. Цыгане, выходите, цыгане, расскажите. Татьяна Шевцова, будет ли она сидеть в тюрьме? Извещение. Ну, будет какой-то документ. Документ по деньгам. Ну, утром деньги, вечером тюрьма, может быть. Ну, как-то вот так вот. Видите, конверт, деньги. Если скажет, где деньги, тогда, может быть, срок маленький быть. Вот при встрече, там целая компания. В общем, вот так вот. В общем, такие карты вышли. И на удачу Татьяне Шевцовой. Может быть, смягчится ее участь. Госпожа удача для кого-то добрая, для кого иначе. Для Татьяны Шевцовой. Госпожа удача. Ну, тут, видите, тут как бы через конверт. С ней поговорят. Вот с такими вот ребятами, которые ищут удовольствие с ней лично познакомиться. Так. Это госпожа удача для Татьяны. Удача заключается в ее защите. И эрафан – это вышестоящее лицо. Вот так вот. Ну, значит, вот как скажет начальство, так и будет. Но то, что ее одиночество ждет, и вот тут два отшельника вышло. Да. Один плюс один, и вот целая капелла. Вот. Вот они, ребята, с этого двора. Все одна шайка-лейка. Все, спасибо, что посмотрели до конца.
Желаю всем здоровья, доброго, хорошего настроения. И мы будем следить за событиями за Татьяной Шевцовой. Всех благ вам!